блять, я же нажимаю. Люблю срывать сделки наркоторговцев. Ебать, это бабло? Так, окрыляет. Это наркота. Сорвал сделку. Полиция уже в пути. Мне пора. Может, я на ПК выпускаю? Плохо. А, ну ебать, чел повис. Ебать, чел повис. Чел, живи. Чел, живи. Чел живет. Чел, живи. Чел, очков. Чел, ты. Как он там выглядел? Сорок. Ой. Ой. Я стойте наебало. А я не вижу, что эти коробки можно уронить, они как-то, блядь, не подсвечиваются. А они, по идее, не должны роняться? Они подсвечивались изначально. Мы все вот так сделали. Они все вернутся? Ладно. Что это было? Что это было? Это что, блядь, было, да? Это нихуя GTA, блядь. Блядь, нет. Видишь что там? Марина паука. Оп. Так. Ну чё? Чё, не увидел ничего? Нет. Смотри. Видишь паука? Так. Смотри. С калашом? Смотри. Смотри. Оп. Чё, ну висит, исчез, ну. Давай стелс. Ебаный, да. Вот это настоящий стелс, не то, что у вас там. Ну, по факту. Плохо дело. Доктор? Бомб таймер. Да. Бомб таймер. Не волнуйтесь. Мы сможем. Я продолжу. Поищу ошибки. Иди. Иди. Еще ошибки, как говорится. Точно в порядке. Да. Сейчас он только разворачивается, он включает нахуй. Бомб таймер, блядь. Спасибо. Меня напрягает тебе. Это, блядь. Бомб таймер, 18 да. Секунд. За все. А почему я не помню даже это? Я да это что заглючило, походу, блядь. А, да. Там, блядь, такое оружие, они хуярят со всех сторон, с автоматов. Как он... Как Октавиус вообще может противостоять этому? У него уже нет, блядь. Знаешь, что тебя ждет. У него же нет нихуя, по сути, кроме рук этих. А рук че, мало, что ли? В тебя стреляет, блядь, ты пули, как? Ну, он отбивает пули, блядь, руками. Он матрица нахуй. Очком ты так отбиваешь. 18 минут. Разорвется, блядь. Бомб таймер, блядь, чисто нахуй. What the fuck? Заебал игру ломать, блядь. Я играл, ни одного бага не было. Блядь, сейчас взорвется нахуй. Блядь, 18 секунд, сейчас взорвется, блядь. Помогите, спасите. А что вы делаете в моем холодильнике? Питер на центральный вокзал. Конца не видать. А Питера уже нет. Всем пока. Питер? Сыбался. По классике. Таймер 18 секунд. Сейчас рванем от, блять. Вот она бы. Оставьте сообщение. Ходит сведение, что у Мартина Ли, помимо этих странных способностей... Пошел нахуй. Смотрите себе под ноги! Смотри, блядь, себе на ноги. А что с челом? Ты видишь это? Нет. Так. Mmm. Mmm.
Вот эта хуйня, конечно, анимация. В упоре, блядь, машина взрывается, он даже не отлетел подальше. Чисто похуй, просто похуй. Участком в верхнем эссайде. Хорошо. Электро и демоны не дают продыху моим людям. Ситуация непростая. Увидишь сам. Умеешь ты заинтриговать, Юрий. Как будто бы тут надо было, блядь, по стелсу, нет такого еще? Что за звук, блядь? Что это за хуета была сейчас? Окей. Это глухо, значит. Знаешь, что суть? Это ваша последняя... А, это финальная миссия, прикольно. Предупреждает. Я же забыл про это. А так а что мне улучшать, блядь? Да, ты уже и так что надрочил, блядь. Вот это только. Это обычно тем пишут, кто нихуя не делал, типа, как я. Ну а что-нибудь такое? А из двери почекаешься. Паутина забыл. Костюм бы поменял для финального эпизода. Вот поменял. О! Найс скрипт. А ты сам менял его здесь таким? Или он тебе такой был? А я не думаю, что ли помнишь, но... Я уж все забыл. Мы сделали невозможное. Да он у всех, скорее всего, такое. Так. Тут да. А, я помню этот костюм. Я еще думал, откуда я его брал, блядь. Помню, я дрался с ним в черном костюме. Заебом был костюм. Откуда у него столько денег и ресурсов, блядь, это я костюм. Честно, зашел, ни с хуя сделал просто костюм, блядь. Ну вот то, Таня, конечно. Чисто родил, блядь, как в армии. И всегда им будешь! И паук пролетает, спасает. Да. Нет? Ладно, повезло, повезло. Бегу нахуй. Пеперан. Сюда, блядь. Осьминог ебаный. Ебать, доволен. Руслан доволен, чисто. Отдайте мне вакцину. Ебать, старый дед, блядь, чисто. Заставил попотеть. Сюда, блядь. Ладно, в этот раз не крышет. Да. На, блядь. Спокойной ночи. Так. А как он... Чё? Подождите, блядь. Секунду, нахуй. Я вытащил ему чип, которым он управляет руками. Как он после этого, блядь, меня схватил руками и что-то сделал, блядь? Ты всё, офнулся, чел, блядь. Как он... Как он продолжает управлять? Я ему чип вытащил, блядь. Да это чё-то, блядь, пиздец. Он с управления. Чё-то пиздёшь. Он вжился ему, блядь, в костный мозг. Вот, видишь, он знал. Он, блядь, знает. Откуда он знает? Да. А вы все тебе скажи. Вот сейчас... Вы знали? Каждый решает, что делать, док. Это все, что мы можем. Питер? Даже если чертовски больно. Питер, куда ты уходишь? Питер! Питер! Осуждаю на всякий случай. О, Питер Паркер? Он так закричал просто в конце, там не разобрать было, что он кричит. На всякий случай осуждаю. Сними свою маску. Хочу увидеть племянника. Ясно. Нахуй вообще скрывать, блядь, если все знают вообще, кохуя. И тебе. Ясно, спойлеры, блядь. Бабка спойлеры посмотрела. Я знала. Да, фильм посмотрела. Жесть, что с глазами у чела, ты видел? Странные вещи творятся... Ну, с моим телом. Так.
Ну, понимаешь, в твоем возрасте тело начинает меняться. И, может, ты заметил, что в некоторых местах... Не это. Думаю, это лучше просто покажу, смотри. Не стой. Необычно, лучше да? Лучше член ему покажет. Со спины причем. Да. Да нет, вполне обычно. Не так уж и необычно. Ясно.